Я хотел начать концептуальное время 7.40, но уже 7.44, по плану 7.30, так что, мне кажется, пора более-менее начинать музыку в этом прекрасном месте. Мы открываем сезон, или там, 2013 прогрессивный год в клубе Алексея Козлова, первый прогдей в этом году, и он же девятый в целом. Как всегда, вдруг, если вы забыли, как сюда попали, то напомню, что серия прогрессивных концертов проходит каждый последний вторник месяца по приглашению фонда «Артбиты» клуба Алексея Козлова, проводится журналом «Инрок». Каждый месяц мы находим три интересных коллектива, проекта, там сочетание прекрасных музыкантов. Вот на этот раз мы в очередной раз нашли три команды, из которых, ну, слово «сочетание музыкантов» подходит, наверное, в очень большой степени и к команде Андрея Сучилина, в котором что не человек, то легенда, и к третьей команде. А вот группа Solar Fuse, она еще относительно молодая, но ее материал уже говорит сам за себя. Вот иногда мне кажется, что вы сейчас их увидите, их трое музыкантов на сцене, иногда мне кажется, что вот из этого ноутбука сейчас вот выскочит Эрик Шириньян и к ним присоединится. Настолько все это звучит мощно, фирмово и хорошо. Ну, второй участник вечера — Андрей Сучилин с проектом «Логика коллектива». И третий с таким лирическим названием «Бобр с колами» — это Бобровский, Колосов, Амиров, барабаны, бас-гитары, клавишные, их проект «Сумасшедшего симфо-фьюжна». Что это будет, наберитесь терпения, услышим. А пока что я приглашаю на сцену группу Solar Fuse. Thank you.
Следующая называлась «Туманные мечты», которая была вторая, третья у нас будет. Space Vertigo. Ну, можно тоже переводить как угодно. Как космическое, голубое, пространственное. Надеюсь, мы этого добьемся. Thank you.
Thank you.
Следующее произведение называется «Дикая планета». Thank you.
Следующая композиция называется «Сюита большого города». Thank you.
Следующее произведение называется «Поезд в кольцах Сатурна». Thank you.
Спасибо огромное, на этом мы заканчиваем наше выступление. За барабанами был Роман Жуковский. Автор большинства композиций, гитарист, автор ноутбучных партий Иван Алешин. Большое спасибо, Solar Fuse. Я думаю, мы их не раз еще услышим. Желаю записать все это и издать, чтобы мы могли это послушать, в общем, в таком как бы виде компакт-диска. Ну и, естественно, желаю материализовать ноутбучного Шарингана вот в живом виде. По-моему, прекрасно. Пока у нас небольшая пересменка, могу еще сказать о событии, которое произошло недавно. Это переиздание диска Андрея Сучилина. Диск называется «Ноэма». Вышел он на лейбле «Геометрия». И представитель этого прекрасного лейбла как раз почтил своим посещением наше мероприятие и принес этот диск с целью его коммерческой продажи. Подходите к нашему столику, покупайте диск Андрея Сучилина. Старый, новый, красиво изданный, с замечательным буклетом, всякими историческими фактами и прочим-прочим. Также вы можете там же найти наш номер, новый на данный момент. Скоро он перестанет быть новым, мы сейчас даем следующий номер. Но в этом тоже много всего прекрасного и интересного. Мы его очень торопились сделать в концерте Flower Kings, так и не успели. Так что, может быть, кто-то из вас еще его не приобрел, покупайте. Опять же, за нашим столиком. Ну и сейчас, я думаю, непосредственно перед выступлением Андрея Сучилина я еще раз зачту регалии и достижения каждого из музыкантов его группы, потому что там говорить можно очень много и долго. Надеюсь, что вы не уснете в процессе, а пока что подходите к нам, покупайте детские журналы. А, да, там на входе была специальная гитара, в которой предлагается класть деньги в помощь бездомным поросятам. Нет, а, помощь прогрессии. А также сейчас еще будет шоу, называющееся «Развешивание баннера», который я не успел повесить перед первой командой. Это интересно и занимательно. Ура! Я хотел еще раз повториться о том, что вышел прекрасный диск «Ноэма», который в свое время стал, ну, скажем так, легендой отечественного прогрессива или даже чего-то большего, я не знаю. То есть он вышел на лейбле, как сейчас говорят лейбл, тогда говорили, он вышел на мелодии. И считалось, что, в общем, жизнь удалась. И группа «До мажор», группа Андрея Сучилина, она стала одной из первых советских еще прогрессивных роковых команд. То, что мы сейчас услышим, это не совсем «До мажор», хотя на сцене будут присутствовать двое из участников той самой группы. Это сам Андрей Сучилин и клавишник Александр Соколов. А остальные музыканты, они каждый со своей интересной историей, каждый со своим прекрасным послужным списком. Например, бас-гитарист Владимир, он же Вальдемар Кисляков, участвует в группе «Элефант». В прошлом играл в группах «Батисфера», «Костарев групп». Барабанщик Владимир Глушко, он же «Бигус», играет в «Exit Project», фолк-группе, прекрасной фолк-группе «Лакоча», «Personal Exit» и в еще ряде совершенно сумасшедших команд. Что касается Владимира Белова, который специально ради этого концерта приехал из Санкт-Петербурга, он играет на виолончели с таким очень разным спектром артистов, от Сергея Селюнина, нашего культового русского рокера, до астраханской группы «Веспера». Плюс есть у него, собственно, интересная команда «Птица Си». И вот весь этот... Вот со всем этим сейчас Андрей Сучилин попытается взлететь, и я думаю, что мы все взлетим вместе с ним. Спасибо, Владимир. Я хочу объявить еще Антона Ефимова, который... Это нормально. Я сам постоянно забываю музыкантов имена, даты, числа, ноты, все забываю. Это, видимо, свойство прогрессивных музыкантов.
Антон Ефимов, это Дзен Порно, это Врист, это Дерфингов, вот, масса других проектов. Ну, сейчас дождемся, когда, кстати, крикни им там строго, чтобы они выходили. Да. Что надо? Выходить надо. Давно пора. Ну, прошу.
играем такую вещицу, которая как раз имеет вполне прямое отношение к альбому «Эмма», записанному 23 года назад. Но, конечно, мы не будем ее воспроизводить, как это было сделано тогда. Будет презентация, мы покровились на презентации, по крайней мере, три песни сделать вот почти так, как они были сделаны тогда. А сейчас, некая музыкальная идея, скорее, чем тема, она будет использована вот для следующей композиции. Thank you.
начинается третья композиция. Прям уже будет начинать совсем один, совсем один. Thank you.
философски называемые дочерки. Thank you.
Следующее произведение называется «Шумим». Шумим. Шумилов будет на другом конце. Thank you.
На прибытие Снегурочки торжественные, не знаю что. Марш. Thank you.
Спасибо Федору Амирову, что совершил такой подвиг, добравшись до нас после долгой дороги и трудной работы в музыкальном театре. Ура! Наше следующее тусовище назначено уже на 26 февраля здесь же. Будут играть такие группы, как I Will Kill Cheetah, Presence, Майнд-портал. Будет интересно и увлекательно.